хотел познакомить с нашей моделькой L-Bike Dacia. Раньше мы в 2012 году выпускали. Вот, и сейчас, в 2021 году, решили его представить в таком немножко более уже современном виде. И самое главное, с мотором более повышенной мощности 600 Вт. То есть для особенности этого велосипеда или кромопеда, его можно по-разному называть, в том, что он везет двух человек. Это очень важно. Двух взрослых людей везет. Здесь есть усиленная стальная там вот рама, да, так она алюминиевая, здесь усиление идет. Вот есть задний амортизатор. То есть это чудесное транспортное средство для деревни, для дачи, которым можно возить двух людей. Здесь есть корзина для какого-то там хозяйства, для каких-то что-то возить, там в магазин ездить. Здесь есть все для нормальной езды по трассе. При включении фары, допустим, да, который есть габаритный свет, есть фара, включается задняя. То есть сзади машины едущей, может посмотреть, да, вот она включается, очень важно. В темноте, в темное время суток вас видно. Батарея здесь есть двух комплектаций, мы решили сделать, чтобы у людей был выбор. Там за 55 тысяч версия L-Bike Dacia с батареей свинцовой на 48 вольт 12 ампер. И с батареей литиевой мы сделали там за 70 тысяч. Вот батарея там повышенной емкости 48 вольт 20 ампер, которой хватает аж на 75 километров пробега. Но мало того, что в этом вроде как бы внешней электромопеде есть педали, и он выполняет также функцию, вот видите, он выполняет функцию помощника, то есть вы можете ехать, подкручивать педальками легко, и пробег будет увеличиваться там в 1,5-2 раза, то есть практически вы там километров 125 в комфортном режиме можете проехать. Это очень большое расстояние для такого вида транспорта. Плюс ребята тестили, наши партнеры в Москве, которые продают электровелосипеды, он действительно в угол от человека 95 килограмм весом, без разбега со старта в горку углом 17 градусов въезжает очень резво, без помощи педали. Он напичкан всякими штучками в виде сигнализации, да, то есть важно, у магазина можно его оставить, если кто-то там будет его попытается что-то дергать и украсть, то он заорет там на всю деревню. Есть включение-выключение вот без ключа там, в общем, ну это очень такой важный момент. Барабанный тормоз, он свою функцию выполняет для этого велосипеда очень хорошо. Мотор безредукторный, прямого привода, в общем, отличный аппарат. Мы сделали его в разных красивых таких модных цветах. Оранжевый, красный, черный и такой салатный кислоты цвета, который, ну, действительно как-то смотрится очень стильно, современно. Я думаю, молодежь, которая проводит время летом на дачах, тоже с удовольствием пересядут с бензиновых скутеров на электрический вот такой. Надо привыкать, как бы я его смог легко поставить на подножку. Ну, соответственно, снять его как бы. Подкатил еще, защелку снял и все. Килограмм 35-40 весит где-то вот так. Понятно, что здесь батарейка усиленная, поэтому он самый тяжелый. Здесь и колеса усиленные стоят, причем тормоза спрятаны. Это барабанные тормоза. Даже подножка для пассажира есть, кстати. Вот. Опять же, все проводочки спрятаны в раму. Вилка такая мягенькая, руки не отобьешь. Надо попробовать его. Блин, удобно, очень удобно. И причем вот сел, и он мягкий. И даже женщина сможет с ним справиться. И девушка даже. О, резкий какой-то. Маневренность хорошая. То есть вот мы вдвоем катались на четверку с плюсом, на пятерку с минусом. Вдвоем. Одному это вообще очень легко управлять. Очень мягкий. Не чувствуется ничего, ни кочки, ни плиты, ничего не чувствуется. Поворотом входит хорошо, за счет резины, резина сделана прям как на мопедах. У меня есть скутер, и честно, у меня скутер больше 60 км в час он не едет, больше. Этот как бы так же ездит, но скутер-то его надо заправлять бензином, то есть бензин сейчас дорогой, а этот вот специально зарядка заряжает. А по ощущениям это даже мягче получается и легче его управлять. Скутер он больше и он тяжелее, то есть как бы на скутере между этими бочками ты не проедешь, просто не проедешь. А на этом очень легко проехать. Разгоняется быстро, независимо, что один, что вдвоем с пассажиром, также не чувствуется вообще, потому что это электромотор, тягу не теряет вообще. Тормоза тоже как вкопанный, независимо, что одному, что с пассажиром.
Сиденье также можно приподнять. Там нужен шестигранник. Ну вот, как я понял, что руль тоже можно приподнять. Если вдруг там вы проедете, там захотите куда-то поехать в соседнюю там деревню, там на дачу куда-то там, батарейка сядет, вы очень легко, так же как обычный велосипед, вы сможете воспользоваться педалями, как бы обычный привод, то есть и доедете в нужное место. Эти и другие модели электровелосипедов вы можете купить на нашем сайте shopenergy.ru.